О королевской семье написано великое множество книг. И скоро добавится еще одна. Британского журналиста Валентайна Лоу под названием «Придворная скрытая сила за короной». Автор уже начал делиться отрывками из книги, в которых пристальное внимание уделено Меган Маркл. По словам Лоу, всего через несколько месяцев после знакомства Меган шантажом заставила Гарри рассказать общественности об их отношениях. Неназванный источник пересказал журналисту слова девушки, что если принц не сделает заявление, то они расстанутся. Гарри был в отчаянии и обращался за помощью к секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца Джейсону Кнауфу. Помимо официального подтверждения, что Меган была его девушкой, в своем заявлении принц осудил расистские и сексистские высказывания в адрес любимой. Напомним, что как только общественность разузнала о романе Гарри с американской актрисой, в британских СМИ началось откровенное мракобесие, похожее на то, что когда-то было с принцессой Дианой. Особенно заострялось внимание на цвете кожи девушки и ее предыдущих отношениях. А вот автор книги рисует Маркл в образе карикатурной злодейки, приписывая ей исключительно недобросовестные мотивы и отрицая реальные угрозы от онлайн-травли. А как вы считаете, что стояло за заявлением Гарри? Угроза Меган или желание ее защитить?